Оренбургский пехотный полк, оказавшись в результате маневров немцев между двух огней, понес сильные потери от артиллерии противника и в беспорядке отступает. Для обеспечения фланга уже выдвинут 108-й пехотный Саратовский полк. Но ему требуется время для того, чтобы занять позиции и прикрыть отход остатков 105-го, а также 106-го и 107-го полков. Ходу, земляки, ходу! В поле немец нас всех пушками положит! Ходу! Приказы не обсуждаются! Ложись! Судя по звуку, тяжелые! Немцам надоело тратить снаряды! Занимаем фольварк! Бегом! Вот хорошее место! По укрытиям! Выполняю, господин унтер-офицер! Братцы! Что ж мы? До Москвы бежать-то будем! Вона! Рядом наши останавливаются! Надо немцу бой дать! Снова стреляют! Приказы не обсуждаются, а господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Обсуждают. Рассыпаться! Занять местность! Выполняю, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Теперь нас много! С дюжим! Не сумлевайтесь! Приказы не обсуждаются! Теперь нас много! С дюжим! Не сумлевайтесь! Выполняю, господин... Да, господин... Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждают. Да, господин унтер-офицер. Под вашей рукой хоть в ад, хоть в рай! Под вашей рукой хоть в ад, хоть в рай! Господин унтер-офицер, выполняй, унтер-офицер, приказы не обсуждаются. Не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждают. Господин унтер-офицер.
Немцы ша полезут! Быстро в деревню! Господин унтер-офицер! Выполняю, господин унтер-офицер! Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин. Приказы не обсуждаются. Да, унтер-офицер. Выполняю, господин. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Да, господин. Приказы не обсуждаются. Да, господин. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер.
Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Выполняю. Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Ага. Наши, кажись. А ну, вылазь с погребов. Марш, марш! Занимаем позиции! Братцы, мы уж думали, немцы нас с землей сравняют. Мы займем дома и встретим немца залпом из окон. Ну и лады. Подмагнете нам, целее будем. Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер.
Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Да, ага, наши, кажись. А ну, вылазь с погребов. Марш, марш, занимаем позиции. Братцы, мы уж думали, немцы нас с землей сравняют. Мы займем дома и встретим немца залпом из окон. Ну и лады, подмагнете нам, целее будем. Выполняю, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Да, господин, приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Приказы не... Приказы не... Господин. Господин унтер-офицер.
Приказы не обсуждаются! Приказы не обсуждаются! Выполняю, господин Унтер. Господин Унтер, приказы не обсуждаются. Приказы. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Не обсуждаются. Да, господин. Да, господин унтер-офицер. Господин унтер-офицер.
Внимание! В здании ратуши кто-то есть! Стой! Кто идет? Приказы не обсуждаются! Выполняю, господин унтер-офицер! Да, солдаты! Господин унтер-офицер. Вы из 105-го полка! У нас лежит ваш раненый офицер! Мы с огромным трудом донесли его сюда! Господи, так это ж полковник наш! Выполняю, братцы, полковник ранен! Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Думаю, надо срочно послать за помощью. Доктора Бьему. Я побежал. А вы охраняйте его. Немцы вот-вот нагрянут. За докторами послали. Но пока они к нам доберутся... Надо собрать войска и организовать оборону. Так, бойцы, марш на деревню. Там полковник наш раненый. Надо оборонить от немца. Да не робей, братцы. Немец от пуль дохнет. Не каменный. Смилуйся, Господи. Даруй победу. Слышишь? Иду! Для сбора войск союзников подведите к ним унтер-офицера. Ах ты ж, ёшкин кот! Солдат-то простых никто и не слушает. Надо бечь туды самому. Господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер.
Враг при... Да, господин унтер-офицер. Шевелимся, шнелло! Впереди фольварк! Русские наверняка займут его! Атакуем! Вышибем мужиков оттуда! Я Вольгер, ротный командир! Все непременно вышибем! Вперед, сыны Пруссии! Ну, братья славяне, Бог не выдаст, свинья не съест. Отразим супостата. Ага, выслали разведку. Молодцы, массы не попёрли. Ну да мы их по-всякому встретим. Солдаты! Рывком! Штыки! За мной! Ура! Первый есть! Пали их, ребята! Пробиваемся к ратуше! Ага, негодяи! Думали встретить нас огнем из окон? Получайте! Ох мне! Сколько их набежало-то! Ховаемся, браты! Нас тут нет! Ну, и что за бардак? Умри, красавец! Примкнуть штыки! И что случился? На! Пали по наступающей пехоте! Огонь! Пачками! Зielt auf die Infanterie! Du schnee! Не боись! Вылеча! Фуражку сбила! За царя! Что в касках? Все не наши! Опять братцы! Германцы! Вражеская пехота! Открыть есть. Огонь! Ремкнуть!
Похоже, русские уцелели, но они обороняют только фронтальную часть. В обход! Он вкус такой. У мамки своей спросишь, а я солдат. Пали по ним, братцы! Стреляй по команде унтер-офицера! Немцы атакуют численностью до двух рот строевого состава. Ох, будет жарко. В аду споешь, нет, чисто! Штурм! Кто из Гессена? За мной! Вали по ним, братцы! Открыть огонь!
Жопе сдох! Пошел вылупился! На! Что сейчас вы получите у меня! Пошел вылупился! Стреляй метче! Стрелять по команде унтер-офицера! Убей, мерзавец! Да что ты подавился? Видал я сам траву, убил их там! Сорвёк! Ты труха! Убей, мерзавец! Видал я вас, сволочи! По команде хоть наступающая пехота! Открыть огонь! Пачками! Выполняю, господин унтер-офицер! Вражеская пехота! Открыть огонь! Получите, черти! Братца моего убили! Сволочи! Вражеская пехота! Открыть огонь! Что? Стреляй, мальчик! Пехоте! Ах ты, прусак с усами! Сейчас вы получите у меня! Schmied war auf der Stelle dort. Умри, мерзавец! Долго был казак! За мной, православный мерзавец! За веру! Наступающий пехоте! Открыть огонь! Пачками! Санек! Не трухай! Братца моего убили! Молодчик! Ангриф! Ну, чего я говорил? Немец не каменный. Атаку мы отбили. А где, мать их, за ногу санитары? Всех убили! Мама, бежим! Выполняю, господин унтер-офицер! Выполняю, господин унтер-офицер! Стрелять по команде унтер-офицера! Открыть огонь! Приказы не обсуждаются!
Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Да, господин Ун. Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Ого! Да тут у вас веселье, господа! Немцы пытались отбить фольварк, а вы, судя по всему, пионеры. Да, мы передовой отряд 108-го полка, высланный для подготовки местности к обороне. С нами также медик. Он отвезет раненого полковника в тыл. Господин унтер-офицер, если вы тут командуете, то мой приказ такой. Вместе с вами подготовить позицию к обороне. За нами следует 3 стрелковых батальона 108-го полка. Кроме того, 3-орудийная батарея. Лишь бы немец не подошел раньше. Срочно! Морфин! Йод! Бинты! Носилки! Православные, спускаемся вниз! Нам дело найдется! Я оставляю вам фельдшера и санитара. Кого-то они смогут поднять на ноги. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер.
Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. За веру! Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждают. А вот и наши подходят. Да, господин. Знаю, господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Приказы. Приказы не об... Ну, православные, большое дело сделали. Полковник в тылу. Даст Бог выживет, а нам самим о себе позаботиться нужно. Немец вот-вот полезет. Да, господин унтер-офицер. Артобстрел! Ложись! Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Братца моего убили! Да, господин унтер-офицер. Господи, когда же это закончится? Приказы не обсуждаются. Вот это да. До сих пор в ушах звенит. Не боись, ребята. Снарядов-то, небось, у немца нет больше. Таких долгих артобстрелов не будет. Так, постреляю для отстрастки. Выполняю. Ребята, товарищи. Немец думает, что загнал нас в угол. И сильно проредил наши ряды артподготовкой. Это не так. Покажем ему Кузькину мать! Внимание! На опушке леса противник! Солдаты, шагом марш! Стрелять по указанию командира в отделение! Вперед!
Выполняю, господин унтер-офицер. Все в лес! В поле мы слишком уязвимы! Войска на позициях. Для лучшего управления войсками назначаю вас командиром отдельного отряда. Остальные переходят под мое руководство. Приказы не обсуждаются. Ну, солдаты, встретим немца хлебом солью. Принимаю командование. Засел в фольварке! Прорываемся, комрады! Умри, мерзавец! Приказы не обсуждаются! Враг засел в фольварке! Прорываемся, комрады!
господин. Отступление! Валим назад! Осторожно! Сейчас заговорят пушки! Гляди-ка, братцы! Немец-то! Того! Отползает! Слава богу, выдохлись немцы. Слава богу. Подходят наши основные силы! Теперь немцам ни в жизнь не пробиться! Дело к вечеру, а немцу все не имется. Ну... Небольшая передышка у нас, поди есть. И что за бардак? Умри, мерзавец! Что за бардак? Трехорудийная батарея занимает позиции и скоро будет готова открыть огонь. Для целеуказания нам необходимо, чтобы вы обеспечили безопасность наблюдателей и связи.
орудие готово к бою! Выполняю, господин унтер-офицер. Но наконец-то! Не терпится испытать их на немцах, правда? Орудие готово к бою! Да, господин унтер. Приказы не об... А у нас гости! Немцы в поле ползут! Маскируются и волокут телефон! Орудие готово к бою! Да, господин Ун. Выполняю, господин унтер-офицер. Орудие на позициях! Наблюдателям занять места! Вестовые! Обеспечить связь! Господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Не обсуждаются.
Прекрасная работа, господа. Часть войск теперь под моим руководством. Я на позиции и готов корректировать арт-огонь. Неси приказ. Левее 100, отметки 5. Залпами бегло. Трубка 15. Ага, целеуказание. Батарея! Товсь! Фугасной гранатой! Согласно целеуказанию! Огонь! Пли! Враг слева! Правее 100! Полста! Трубка 15! Залпами! Батарея! Фугасную гранату! Заряжай! Согласно целеуказанию! Огонь! Пли! Разнесите их к чертям, ребята!
Пусть офиг нам. Я спалю огня! Немцы пошли атаковать со стороны поля слева от фольварка! Срочно пулеметы и арт-огонь! Вперед! Живо мешки с мясом! Русские метко стреляют! Спасение в быстроте! На фольварк! Немцы на опушке леса! Управление огнем невозможно! Командир, срочно переводите пушки на прямую наводку! Выделяю вам казаков и сотни охраны штаба полка. Это последний резерв. Фольварк необходимо очистить от противника.
Занимаем форвард! Выслать патрули! Отделение Браугича! Разведать, что с мостом! Занимаем форвард! Выслать патрули! Отделение Браугича! Разведать, что с мостом!
Зуэс отит на бой. Господин унтер-офицер. За царя! И вспыхнулся! Открыть огонь! Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаю. Отделяй мечи! Поле боя было усыпано телами. Немцы пытались сбить нас с позиции. Но им это сегодня не удалось. Мы выстояли. Потери нашего полка были огромны. Что же будет с нами дальше? Ведь война только начинается. Позиции мы удержали. Знамя 105-го Оренбургского полка не досталось немцам. С наступлением темноты немцы сыграли отбой. Вскоре и нам был передан приказ отступать.